скорее всего, в том числе и QR-коды можно будет использовать. По стопам столицы в Екатеринбурге могут ввести аналогичную московской систему контроля за жителями в период карантина. Об этом мэр Александр Высокинский заявил в программе «Прямая линия» в эфире студии 41. Не исключено, что будут введены QR-коды. Такая система действует в Москве. Специальный код, желающий покинуть свои дома, получают на сайте мэрии. Сейчас уральцам рекомендуют оставаться дома. Полная изоляция действует только для прибывших из-за рубежа. Полное интервью Александра Высокинского доступно на YouTube-канале студии 41. Отложили на год. В Екатеринбурге назвали новую дату проведения крупнейшей промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие состоится в июле 2021 года. Такое решение принял министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Встреча крупнейших промышленников должна была пройти в столице Урала в этом году с 7 по 10 июля. Главным партнером выступала Италия. Однако международное мероприятие отменили из-за распространения коронавируса. «Иннопром» организуют в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Когда все превратились в ждунов, уральский фотограф создала необычный карантинный проект. Главный герой серии снимков – мини-копия знаменитого ждуна. В образе плюшевого персонажа фотограф изобразила жителей Екатеринбурга в период действия карантина. Уральский ждун соблюдает самоизоляцию, гуляет в маске и только с собакой, а дома рисует, читает книги и пишет письма родным.